О, о, давай, давай. Так все, рвем! Давай! За этим Петровичу поделим бабки, возьмем каких-нибудь блудниц и поедем в ресторан. Поделим бабки? Что там делить-то? Вот через неделю куш сорвем. Выпускной. Пьяные отпрыски знаменитостей. По штуке баксов за фотку. Это кто? Стой, еще хватит комедию ломать. Ну, чем там ежу, понятно, кто это. Да мне непонятно. И тете Лизе из Урюпинска тоже не разглядеть. Нет, Раевский не такой. Или, может быть, ты скажешь, что ты ему кольцо помогал выбирать? Ну, только не сейчас. А ты подумал, что я тебя замуж зову? Вот дура. У меня завтра встреча с миланскими снобами, она припрется без мужика, это ж неприлично. Сидеть? Без мужика ты отсюда не уйдешь. Может, что-то. А ну-ка. Польди. Опс. А ну-ка, дай сюда. Как зовут? Олег Михайлович. Можно просто Олег. Нервничайте. Да ерунда. Просто если сегодня мне откажут, то у нас Марку пойдет 2 года и работа 50 человек, которым я доверяю. Бонжорно. Наш график действительно забит, но в следующем году мы обязательно посмотрим вашу коллекцию. Ну, я так рассчитывала, может быть, вы все-таки сможете. Сеньора, tanto speravo, forse ce la farete. Sì. Предлагаю это где-нибудь отметить. Послушай, если я плачу за эскорт, это еще не значит, что мне не с кем выпить. А мне не с кем выпить. Ну ладно, но только по одной. Новенький. Скажи, мы еще увидимся? Может, не будем усложнять? Мадам Геллер – очередной разрыв с Раевским. Но таких юных, как ты, она еще не приводила. Ну, а костюм твой остался, в общем, который ты мне нарядила. Олег, давай без этих надуманных поводов, а? Не порти о себе впечатление, не звони мне больше, окей? Окей. Сержант Леснюк, ваши документы, пожалуйста. Да, конечно. А что, что-то случилось? Превышаем. Полина Геннадьевна, пройдемте. Простите, сержант. Миленький, я никогда не нарушаю, я очень опаздываю, понимаете? Вот камеры-то вы и не заметили. Будем оформлять. Хорошо. А можно это сделать как-нибудь побыстрее? Зачем же? С этими вещами лучше не спешить. Держите. Велено вручить лично в руки.
Подождите, кем это велено? Пожелал остаться неизвестным. Держите. Удачи на дороге. Спасибо. Мне вискоза. Вот давай сюда полиэстер, а здесь черные вставочки из лайкры. И опять черно-белое. Нет. Мы и так слишком академичны. Хочу чего-то, ну, не знаю, оранжевого. Да, вот такой вот оранжевый вельвет на синем-синем хлопке. Такой вот... Да. Вот васильковым, да. Вот. Слушай, как тебя понесло? С чего это? Ну, просто вот, ну, оранжевый на синем, как матиссовские танцоры, как скалярий в Красном море, как васильки. Пионерский галстук на школьной форме. Молодежный период, да? Новейшие миланские тенденции. Я его знаю. Кого? Пионеры. Здравствуйте. Что это? Кто их пустил? Служба доставки. Я ничего не заказывала. А, мы в курсе. Геллер Полина Геннадьевна, это ведь вы? Ну? Распишитесь по получению, пожалуйста. Подожди. Стоять. Вот если бы один человек подал тебе, ну, неразделенные страсти, вот... Это ты, что ли? Или вот этот? Да нет, ну, чисто гипотетически. Вот какой бы стиль ухаживания ты предпочла? Поэтический или брутальный, может быть? Я предпочла бы, чтобы ты от меня отвалил и держался подальше. Не слишком прозрачно намекаю, нет? Ну, послушай, это же не для меня, для друга. Он не спит, нет, похудел уже весь. Ну, помоги другу. Я опаздываю на работу. А это как раз по поводу работы. Нужно растопить одно ледяное сердце, а у меня кончились идеи. У тебя денег сколько? Вот будут, тогда приходи. Вот женщина называется. Не можешь соседу помочь вообще? Да ладно, пусть идет. Продает счастье за деньги. Алло, здравствуйте, это радио Лавми? Видишь, до чего докатился? Скажите, а можно песенку заказать? Для девушки. Я не знаю, как она называется, там вы ее каждые 20 минут. Нет, вот которая вот, крутится каждые 20 минут, она у вас постоянно, она одна и та же. Слушай, прекрати. Что ты делаешь ты? В самом деле, как маленький. Чего маленький? Букеты, портреты, все в трубу. Трубу, кстати, она тоже не берет. Че, надо сдохнуть мне у нее под дверью, что ли? Сдохнуть ты всегда успеешь. Ладно. Как зовут твою королеву? Только не падай. Геллер. Геллер. Да. Номер заказа 97, кажется. Лимон и шифон. А сейчас, простите, одну секундочку, у меня другая линия. Алло. Привет, дорогая. Слушай, тут тебе какой-то фанат песню по радио заказал. Я чуть в девятку не въехала.
Постой, какая песня? Да слушай! Вот это романтик! Да, у кого-то серьезно. Это так глупо, но так мило. Я бы не устоял. Дурак. Дурак? Так, а что все замерзли? Делать нечего. Вот это, милая моя, ты должна носить, а не я. Не работает, понимаешь, не работает. Эти мишки, стежки, открыточки, это все не работает. О, отдавай ей посылку с бабочками, а? Ульяна, какая? Черная. Ты представляешь, она открывает, а оттуда выпархивает 50 фантастических вот с такими вот крыльями. Какие бабочки, Ульяна? Ну хорошо, давай птичек. Ну, птички, а, вот такими с записочками. Чтобы они загадили все, да? Давай, Макарова, думай, теряешь клиента. Хорошо, давай растяжку над шоссе сделаем. А, ну хотя нет, у тебя, наверное, денег не хватит, да? Ну вот, недорого, поющие бородачи. Нет, да? Если б никто-нибудь неделю назад сказал, что я буду сидеть вот здесь и всерьез выбирать стишки, открыточки, песенки, я бы плюнул ему в лицо. Где мое сердце? А, актуальный вопрос. А ничего, знаешь, со всеми бывает. У нас тут боксер влюбился в учительницу. Так он ей заказал танец с лентами, детский хор Свешникова и даже плакал. Ты представляешь? Я пошел. Олег, ну подожди! Семен Аркадьевич! Да? У нас проблема. Сейчас, секунду. У нас клиентка не колется, а эконом-варианты все закончились. Кого домогаетесь? Полина Геллер. Кого? Остынь, Полинышка, побереги свои деньги. Семен Аркадьевич, ну почему? Да таких теток, как Геллер, удивить невозможно. По клубам они не ходят. Стихи на асфальте не читают. Песенками нравится. Их навряд ли удивишь. Ну, вот это я ему, кстати, говорила. Это серьезная бизнес-вумен. Сдвинутые на всю голову трудоголики. И поразить их может только тот, кто способен работать больше, чем они сами. Ясно? Эконом-вариант. Здравствуйте. Я по поводу трудоустройства. Уходи. Не уйду. Может, охрану вызвать? Не имеете права. У меня направление на практику и характеристики из деканата. И поэтому я требую собеседования. Что ты умеешь делать? Ну, исходя из своего резюме, я... Где это? А, вот, я умею делать практически все. Что это? Бухгалтерия, пиар, финансовая стратегия? Может быть, ты специалист по метке петель? Да, точно. Ну нет, Настя, нет, мне нужен взгляд яркий и живой. Ты что, не выспалась сегодня? Смотрим, на меня, красиво. Ну как, привет. Привет, Павел. Слушай, я вид и час не бьюсь. Ну ты прогнись хорошо, милая моя. Ну что ж ты как... Будь добра, пожалуйста. Слушай, мне вот эти ее косточки совершенно не нравятся. Какие вот эти косточки? Конечно, белье? Полина Геннадьевна, я не знаю, что ему надо. У меня уже спина болит. Радость моя, я тебя кадр хочу. Хороший и вкусный. Ты хочешь, чтобы я Кузнецову позвал? Кузнецова, Валера, позови, пожалуйста, нам Кузнецову сюда, на площадку. Мне послезавтра кадры нужны. Вы что хотите от меня, а? Полина Геннадьевна, я прошу прощения, что вмешиваюсь. Здравствуйте. Все отлично. Здравствуйте. Ну все, ничего. А меня зовут Олег. Игорь Валентинович. Игорь Валентинович, ты бы не визжал-то на модели. Она же тоже человек, правильно? И камеру с ног сними, она у тебя подвигается. Кристиночка, поправь, пожалуйста.
Я прошу прощения. А, скажи, вот свет прям лупит в глаза. Да. Да? Полиночка, это кто? Дай ему камеру, посмотрим, кто это. Камеру ему. Да. А что непонятного? Босс сказал, ты сделал, как всегда. Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Привет. Привет. Че ты привет? Ну, мама с папой как назвали? Настя. Настенька. А что мы такие грустные, Настя? Замучил он тебя, да? Замучил? Ну, голову. А? Яна. Да. Такие туфли, такое выражение лица. Такие красивые у нас туфли. Спасибо. Оп, я прошу прощения, отойди от света, что как маленький-то его любой. Лабутенчики? Да. Да? Ну-ка встала, показала. Показала лабутенчики. Вот она. Можно. А сколько стоит? 38 тысяч. Да ты что? Можно, да? Ама? А родилась когда такая красота? 7 апреля. 7 апреля родилась. Мам с папкой, наверное, вещали от радости. Да? Да. А давай с тобой 38 умножим на 7. Зачем? Вот зачем? Ну, чтобы доказать вот этим белым людям, что мы тоже туда не только едим. 266. Физмат-школа. Золотая медаль? Да? Конфеточку. Опа! Смотри, какая прелесть получается. Дай посмотреть. Ой, прикольно. Эй, да. Сюда. Валя Геннадьевна, пожалуйста. Молодец. Ну что? А вот здесь хороший. Хороший кадр. Вот это мне тоже нравится. Хорошенькая такая. Ну что, инкредибеля? Ты кофе варить умеешь? Валя Геннадьевна, я умею делать все. У нас, кажется, освободилась должность младшего администратора. Ну тогда давай. Вали варить. Так, $15 за минуту просмотра. Время пошло. Сначала синюю кнопочку, потом оранжевую. Надолго к нам? Я не знаю, как пойдет. Угу. Мы тут с бухгалтерией ставки делаем. Надолго ли вас хватит? Интересные какие мнения? Оптимисты считают, что на месяц, бухгалтерия и я считаем, что к вечеру сбежите. Иннокентий, да? Иннокентий. Иннокентий, вы передайте, пожалуйста, бухгалтерии и что лезть в дела человека, который имеет прямой доступ к кофейным кружкам, это опасно. Лады? Лады. Не надорвись, практикар. Господа, ваш кофе? Олег, сколько да. мне ждать? Я иду. Пожалуйста. Олег, канитель принеси. Что принести? Да там блестящая такая. Какая канитель? Ваш кофе? Я с молоком просил. Я понял. Это канитель? Это что? Что ты мне принес? Это пайетки. А я канитель просил. Канитель, вот там лежит, блестящая нитка такая. Блестящая? Блестящая. Блестящая. Это? Ага. Ого. Что ты наделал? Это же завтра на фотосессию. Спокойно, я все отстираю. Все нормально, отстираю. Гитлер тебя убьет. Стирать в машинке нельзя. Шантили полиняют, бантики окрасятся. Тогда тебе точно каюк. А как тогда? Отпарывать, моншер, отпарывать. А кто говорил, что будет легко? Ha 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 ha
Сколько их у тебя? Руки, 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 руки. Познакомил бы. Пойдешь. Олег, трусы мои не пристернешь. Тут что-то все некогда. Трепись меньше, некогда. Шутники. Макарову вручай. Я не одна. В таком виде перестань. Я постирал вот. Можно я у тебя повешу, а то у меня колхозники все ржут, никакого чувства прекрасного. Спасибо. Глаза у своего не верь. И вот это вот наш Олег. Насмешливый циник с бесконечным шлейфом покинутых женщин. Мне вот интересно, а что завтра будет? Ты ей машину помоешь? Или, может, мусор выбросишь? Нет, нужно постричь когти ее собачки. Да не ревнуй, ты, нет у нее собаки. Ну правильно, а зачем ей? У нее же есть ты. Такой симпатичный, такой безотказный. И, кстати, выгуливать не надо. Слышь, Макарова. А что Макарова-то? После того, что ты там ей под балконами устроил, любая другая бы тебе на шею бросилась, детей бы тебе кучу нарожала. А этого белье свое постирать позволила. Да и правда. Какого черта, да? Слышь, а это-то куда я дену? Себе оставь. Спокойной ночки, рыбоньки мои. Алло? Я вам не клоун, ясно? А, практикант. Не спится? Передайте своей горгулье, чтобы она сама стирала свои тряпки. Записал? Секундочку. Горгулье. Записал дальше. И пусть катится ваться своими туфлями, цацками, тряпками, платьями. Ненадолго ж тебя хватило. Что? Веники за 200 баксов дарить и песни под балконами горланить каждый может. Да пошел ты! Пошел. Значит так. Лифчиков не будет. Обойдемся. До свидания. Бомбина. Еще один сгорел на работе. Сделаем следующим образом, чтобы скоротать время и с пользой провести досуг. Загадываем число от 1 до 10. Загадали. Угу. Это несложно. Загадали. Теперь это число умножаем на 9. Так. Значит, получилось двухзначное число, правильно? Угу.
Мы его между собой складываем. Куда ты полезла в айфон? Не позорься, маму, пожалуйста, папа. Вот, значит, получилось двузначное число. Не отвлекаемся. Цифры этого двузначного числа мы складываем между собой. Сложили. И теперь на первую букву получившегося числа мы И на первую букву этого числа мы загадываем страну в Европе. Получилось. А на третью букву этой страны мы загадываем огромное животное. Ага. Да? Ну. Да, у тебя получился свой, да? Да? Ты знаешь, что в Дании носороги не водятся? Да, Полина Геннадьевна? Что значит не тот оттенок? Все как договаривались. Вот накладная. Шифон, цвет лимон, 30 метров. Да, я заказывала лимон, но это тусклый, какой-то унылый цвет. Это, ну, просто он похож на дохлую ящерицу. Чего, не знаю, сами выбирали? Ну, это определенно не тот оттенок, но это совсем не лимонный. Ну, послушайте меня, ну я же не сумасшедшая, ну правда, я... А главное, у меня сохранились образцы, я сейчас вам покажу. Это что? Что? Где? Это лимоны. 90 рублей килограмм. Пожалуйста, смотрим, пробуем, нюхаем. А главное, сравниваем. Осторожно, не испачкай. Не переживайте, я как фотограф и ответственный администратор этой фирмы берусь утверждать, что предоставленная вами ткань на 2 тона светлее заявленного в названии. Он у вас грязный, поэтому и цвет разнится. Замечательно. Тогда обратимся к высшему разуму. Лимонный. Светло-желтый цвет с зеленоватым подтоном. Полина Геннадьевна, обратите внимание. Даже если мы с вами сделаем скидку на цветовую погрешность экрана, я даю голову на отсечение, что предоставленная вами унылая тряпочка не лимонная. Ладно, убедили. Ну что, забирать? Конечно, забирать. А от вас нам нужно узнать, когда нам ждать лимонный. Да нет у нас, все разбирают. Это все, что осталось. Позвоните в Мегастайл, может, у них что-то на складе есть. Давайте вы позвоните в Мегастайл, а мы с новыми... Оставьте. У нас показ через 2 недели. Я просто боюсь, что мы не найдем ничего лучшего. Спасибо. А тебя просили пойти и купить фильтры для кофе. Вот пойди и купи. Я купил. Алло, шеф, ну ты где? Стас, я... Это не шифон. Ну что, я не знаю, какой шифон, что ли? Что такое, Стас? Слушай, Джо Бастиан здесь, какой-то девица. Она, по-моему, беременна. Я Москва фотографирую. Если мы Петровичу эти фотки не дадим, нам гранты, ты понимаешь это? Белый, не надо. Вы слышите меня, что ли? Стас, а ты можешь... Без меня поработать, я попозже подъеду. Тебя аккредитация, мы с тобой договорились. Так не делается, старик. Слушай, я застрял тут на пресс-конференции. Я недалеко, скоро подъеду. Сколько метров? Да уже где-то он. Ты не понимаешь, мне что, всю ночь, что ли, ждать его? Стас, ну не могу, я сейчас даже говорить не могу. Можно я перезвоню тебе? Этого только 6 метров осталось. Будете брать? На 30 надо. Да. Слушайте, скажите, а у вас есть шифон? Львица. Азиатская хищница. Как она тебе? Мне кажется, она слишком худая. Хорошо. Вера, давай ты. Работаем, девочка моя, работаем. Да.
королева. Ноги 115 сантиметров. Лично измерял. Корова. Слушай, она на верушку похожа. Mm-hmm. Отлично. Подожди, у нас нет невесты для финального выхода. Сейчас все будет. Светочка, рыба моя, плыви сюда. Вот. Наша звезда. Ты не поверишь. Буквально на улице ее подобрал. Пройдись еще. Я не вижу ее в белом. Да вот, посмотри, посмотри. Посмотри, какие изломанные линии, а? Ой, какие лопатки, шея. Это же, это воплощенный фэшн. Машка, спасибо. Машка. Невеста а-ля хай-тек. Это то, что тебе нужно. Я тебе доверяю. Mm-hmm. Спасибо. Только она ходить не умеет. Полина, это кто? Вот и я о чем. Не обращай внимания. А что не обращай внимания? Она вихляет, как сломанный паровоз. И девчонки говорили, она испанцам на ту неделю чуть показ не завалила. Слушай, мальчик. Чего мальчик? А ты об этом не знал, что нужно? Очень хорошая. Девочки, всех, кого я отобрала, пожалуйста, идите на примерку, я сейчас приду. А, девочки, на примерку, быстро. Что я сказал-то такого? На примерку. А ты идешь ко мне в кабинет. Полин Геннадьевна, может быть, мы не здесь, но все, что просто... Ты себе позволяешь? А что, внес конструктивное предложение? Ты вообще в курсе, сколько я с ними работаю? Ты еще в школу ходил? Тогда чего они вас подставляют, как ребенка? Ты, мальчик он, в белых тапочках. Ты делай свое дело, а в дела взрослых не вмешивайся, понял? Понял. Что ты понял? Да понял, что вы запали на меня, вот и беситесь. Чего? Вы ревнуете меня, Полина Геннадьевна? Ко всем вот этим молодым нимфам, которые вьются в облаке моего обаяния. Я даже вид делать не буду, что я слушаю всю эту ахинею. Давайте, 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 укрощайте свою либидо. Значит так, я делаю тебе официальное предупреждение. Если ты еще раз всунешь свою голову в чужие дела, то ты вылетишь отсюда вместе со своим обаянием. Ясно? Ясно. Вперед. Конфетку хотите? Вон отсюда! Полина Геннадьевна, извините, что отвлекаю. Ваш лимон 30 метров, как договаривались. Психует. Кто психует? Я психую? А еще чего? Ну, похоже, парень толковый. А эта Светка действительно не для подиума. Спит со своим стареющим разводилой. Вот он и сует ее всем подряд. Я просто не хочу, чтобы какая-то зелень, которая только что уяснила для себя разницу между клатчем и редикюлем, учила меня проводить модные показы. Полина, похоже, ты действительно на него запала. Чего? А что, другого администратора ты уволила бы в тот же день без всяких там китайских предупреждений, разве не так? Отстань от меня! Полин! Пользуйся моментом, пока тобой интересуются молодые особи. А то через год-другой превратишься в сморщенный чулок, будешь сидеть в соцсетях, жалея об упущенных возможностях. Сморщенный чулок — это ты. Скорее, сморщенный носок. Да, привет. Алло, ты куда пропал вообще? Да застрял тут в одной богадельне. Ты чего, забыл, что ли? Сегодня уже урожайный день! А, точно, сегодня же 20-й, я забыл. Ну, слушай, я тут местечко нарыл. А что ты вдруг поляной делишься? Тут такие школьницы, ты должен это видеть. Ага. Давай, диктуй адрес. Выезжаю. Записывай. Авиаторов 2. Какой дом? 2. Понял. Make me feel.
Ух, кто отдыхает? Да, ученицы элитного колледжа имени Софьи Васильевны, как? Ковалевской. Да, именно. Не знаю, кто их там наливает, наливает прилично. Сейчас посмотрим. Вот они! Да, дети лучших людей нашей Родины, можно сказать. Вот, смотри. Вот там, видишь? Дочь нефтяного магната. А он... дочь академика. А если посмотрите прямо, то вы увидите кого? Чада вашего мадам. Ну это ладно, смотри. У меня тут мисс мокрая майка. Вау, закачаешь, и шампанским обливались. Вот в мое бы время таких одноклассниц бывало. Боже мой. Ну, ладно, все, поехали. Здесь уже не рубило, смотри. Поехали, бибикин, там вообще жара. Поехали. Давай, давай, давай. Алло. Здравствуйте, Дарья Романовна. Скажите, пожалуйста, а где Саша? Нет, подождите. Как это вы не знаете? Подождите, кто... Ну, а как же, ну, а вы же педагог. Ну, мы же вам детей доверили. А кто с ними остался? Алло. Алло. Нет, нет, я не знаю, я не знаю. Я звонила уже и Романовым, и Гранян, и никто не знает, где они. Ну, все родители на ушах. Мы ищем. Сейчас, подожди, я тебе перезвоню. Сейчас, одну секунду. Алло. Алло, Лешенька? Это Полина Геннадьевна, мама Саши. Скажи мне, пожалуйста, Леша, а Саши рядом нету? А когда ты их видел последний раз? Где? Да, я поняла. Я там уже была. Хорошо, извини, пожалуйста. Спокойной ночи. Спокойно, спокойно. Что значит пропала? Она что, без взрослых поехала? А у тебя с головой нормально все? Скажи мне, пожалуйста, а? Все, спокойно, я еду. Проблемы отцов и детей? Нет, только с головой проблемы. Хотите, я с вами, я знаю. Нет, я разберусь. Слышь, Стас, ау, тут дело такое. В общем, Полина там дела с итальянцами, там контракты, деньги большие, понимаешь? Если эти картинки всплывут, не очень красиво будет, понимаешь? Давай ты это сотри, а я тебе сегодня еще нарублю. Слушай, я с твоей старушкой не сплю, поэтому мне по барабану, понимаешь? Я за эти картинки такое бабло сейчас срублю. Так что, сори. Сколько? Че сколько? Бабла сколько? Знаешь, я своих клиентов не подвожу, понял? Слышь, я серьезно, дай флешку. Ну, достал, а! Прости, братуха. Дыши, 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 дыши. Тихо, 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 тихо. Перебрал, братух, кинь до дома, а! Дыши, дыши, дыши. Давай, давай. Кеш, привет. Слушай, если тебе не трудно, а можешь передать мадам Геллер, что ее дочь нескромно отдыхает в Бифидере? Да, пусть приедет, заберет. Да, алло, 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 еще, можешь не говорить, что это я сказал? Ну, чтоб осложнений не было. Спасибо.
твоя? Моя. Забери ее. А то менты нагрянут, мне потом отвечать. Ты мой северный викинг. Никому не разрушить эту любовь. Позвони мне. Все, больше никаких приват-танцев. Ты волосы держи только. Я знаю. Возьми. Ниже встань. Мы в каком? Женском или в мужском? А, очень вовремя твой приступ целомудрия. То. Я тебя знаю. Белая горячка я. Пальцем сколько? Новенький. Давай сама. Че ты тут делаешь? Душу твою грешную спасаю. Труселями что светим? Слава захотелось? Давай без этих. Давай, умывайся. Молодой человек, вы не видели здесь девочку с такой вот длинными волосами? Она в юбочке, в такой короткой, с галстучком. Ну, брюнетка. Вы посмотрите в туалете. Где это? В туалете. Налево. Спасибо. Что творишь, внука? У тебя мать сутками работает, имя себе зарабатывает. Тебе на тряпь. Отберешь это в секунду, все сливаешь. Кто бы говорил? Мальчик папарацци. Слышь ты, чучело домашнее. Если я шляюсь по всяким клошарникам вроде этого, фотографирую придурка вроде этого, я, по крайней мере, четко понимаю, зря чего это делаю. У меня мать больная. И сестра на год младше тебя. И я должен тупо каждый месяц узвать им деньги. А вот ради чего ты светишь труселями и им заливаешься мохито? Вот это вопрос. Мохито? Я, конечно, понимаю, Геннадий, ответственный администратор вашей фирмы, но нести ответственность за трудных детей в мои обязанности не входит. Маман, только без сцен. Дома поговорим. Спасибо. Вот. Тихо. Я сама. Ну, конечно, сама. Подожди. Ну, вот, осторожно. Я даже не знаю теперь, что мне с ней делать. Да ничего не делать. Придите домой, откройте окно. Напоите горячим чаем, дайте активированного угля. И тазик рядом с детской кроваткой поставьте. Удачного похмелья. Я прям даже не знаю, я... Ну, и мне... Вы не переживайте. Я проследил, никто не фотографировал. Да я не об этом. Я просто хотела сказать большое спасибо. Я прям очень благодарна. Ваши ключи. Я пойду машину далеко оставлю. Хорошо. До свидания. Счастливо. Нашлась. О, пьяная? Да нет, она просто спит. Конечно, такие нагрузки в школе. Потише там ездите. Вась отлично отдыхает. Лень, пожалуйста. Надо интересоваться ребенком. Ты когда, Анис, похватилась? Что, в 11? Она была с учительницей, я подумала... С учительницей? В 10 часов дети ее в возрасте должны быть дома, пить молоко и с мамой книжки читать. И потом, по какому поводу, сабантуй? Она что, выпускница? Сколько ей денег дала? Я не помню, неважно, ну как обычно. А кто наливал? Так, дай мне телефон ее классный. Лень, хватит психовать. Это ты должна психовать, а не я. Потому что если это был мой ребенок... А я спокойна. Я спокойна, потому что я всю ночь ее искала вон по кабакам и нашла ее в обнимку с унитазом. И я спокойна, потому что я плохая мать. Я плохая мать!
Все, ладно, извини. Поехали ко мне. Извини, Люди, я просто очень устала, и я не готова всю ночь слушать твои нравоучения. Хорошо. Когда отдохнешь и будешь готова, тогда звони. Я все понял, не уезжай никуда.